Их сотрудников Uber уволили спустя год после кражи хакерами данных 57 миллионов клиентов. Об этом заявил главный исполнительный директор на сайте компании. Сервис заказа такси подвергся хакерской атаке, в результате которой были украдены данные пассажиров и водителей по всему миру. Инцидент произошел в октябре 2016-го, однако известно о нем стало только сейчас. Вместо того, чтобы сообщить о взломе, компания заплатила хакерам 100 тысяч долларов, чтобы удалить данные и сохранить произошедшее в тайне. По некоторым данным, из Uber были уволены начальник службы безопасности и его заместитель. Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура Нью-Йорка. За сокрытие хакерской атаки перевозчику может грозить серьезный штраф.